немного чайного вдохновения. Ухожу в осенний чайный запой. Нашла для вас много интересных, красивых картинок, которые меня вдохновляют, например. Я смотрю, как оформлен стол, какие вкусности на столе, какие чайные сервизы, какие чашечки, скатерти, как все это сделано, как это все душевно, как это все красиво. Смотрю на людей, которые сидят за столом, о чем-то беседуют. Смотрю, как оформлен стол сам. Мне кажется, это так интересно, это так действительно вдохновляет. Хочется вот этих сладостей попробовать. Хочется самой что-то такое сделать, испечь, наверное. Найти такое место в доме или в саду, где можно тихонько посидеть, нарезать ломтиками лимончик, заварить крепкий чай из очень красивых чашек. И не спеша побеседовать с подругами или просто, может быть, посидеть в одиночестве, позволить себе съесть что-то вкусное. Открыть широко окошки, пускай теплый воздух залетает в комнату. Почитать какую-то книжку. Почувствовать себя как в какой-то сказке, где все мило, уютно, спокойно, тепло, где, может быть, горит камин. Может быть, почувствуйте дамы прошлого века. Как-то красиво оформить стол свечами. Или просто пусть это будут красивые чашечки. Букетик сирени на столе. Завернуться в теплое покрывала. Мне кажется, это очень вдохновляет. Даже если ты один, но у тебя в руках кружечка теплого чая, осенний вечер за окном не покажется таким мрачным. Сейчас бы чаю выпить, согреть об кружку руки и завернуться в теплый, уютный старый плед. И диск включить любимый, и слушать флейты звуки, и выключить в квартире и телефон, и свет. И раствориться в этом чернильно-теплом мире, и музыке отдаться на 60 минут. На атомы рассыпаться и повисеть в эфире, и пусть душа и тело немного отдохнут, а через час вернуться с очищенной душою, собрав плохие мысли и все тревоги дней, все в узел завязать и смыть слюной водою. А что сейчас мешает? Решила, значит, пей. Thank you.
доме пахнет пирогами, блеск хрустальный и цветы. Ах, садись скорее с нами, будешь гостем знатным ты. Скатерть новую разложим, самовар уже вскипел, мед, лимончик с желтой кожей, сахар комковатый бел. В разных вазочках варенье из малины, яблок, груш. Августовское творенье для услады зимних душ. Заварите чай покрепче, чтоб с душицею травой, с мятой, что печали лечит, с цветом липы да сайвой. Земляники ягод алых бросим ложечку в стакан, ароматом небывалым чай поутру нас созвал. Угощайтесь, чаю хватит, самовар кипеть готов, а хозяюшке заплатим похвалою едоков. Я сегодня не скучаю, я конфет купила к чаю, для себя и для друзей жду я вечером гостей. Чай заварен ароматный, с бергамотом, вкус приятный. Чашки, блюдечки, сервиз для друзей моих сюрприз. А конфеты в вазе счастья в ярких фантиках шуршащих манят запахом своим, но я не притронусь к ним. Мне гостей дождаться надо. Заходите, буду рада. Чтобы одиночество немного подсластить, куплю себе ванильного зефиру и буду долго чай на кухне пить назло цивилизованному миру. Печаль рассеется, как дым, от духа восхитительного чая. Из чашки с ободочком золотым жизнь хороша, я это понимаю. Купчихе, что кустодии вписал, я уподоблюсь, буду пить из блюдца. И сахарочка, сладостный кристалл, во рту растает. Как не улыбнуться? Улыбка в дом веселье принесет, и будет он не грустен и не беден. Глаза сияют, душа поет. Но выпить чай, да и зефир весь съеден.